Вы снова на канале Asmodeeplay, мы продолжаем играть Assassin's Creed 1. Итак, мы находимся в городе, а где мы, что за город-то? Королевство, простой район, королевство, бедный район. А где город написан? А да и бог с ним. Короче, мясника будем валить. Но для начала мы информацию на него насобирали. Насобираем. Так, уйди от меня. Пока. Тебя не прибил. Так, первое у нас флажки. Они вот рядышком. Вот здесь вот он стоит. У фонтана. Вот. Да, уйдите вы. О, нет. По шее придется дать кому-нибудь, чтобы пройти. Ну, рассказывай. О, Альтаир, какая встреча. Помнишь меня? Нет? Мы в одно время обучались нашему ремеслу. Все еще никак не вспомнишь? Ну да ладно. Аль-Муалим поручил мне задание, выполнить которое будет честью для меня. Я устрою тебе испытание. Здесь повсюду спрятаны флаги. Найди их и вернись ко мне. И поторопись. Даже думать не хочу о том, что старик велел помочь тебе, если ты совсем справишься. Так, флаги. Куда бежать-то? Ну, давайте, куда дорожка показывает, туда бежим. Ага, вот это подлянка первая. Так необычно. Давай, давай, ползи, падла. Мусорно голубями все. Где флаг? Вот он. Бедные, голодные. На каждом рынке таких бедных и голодных он. О, удачно приземлился. Давай, давай. Вот как я ненавижу гонки. Ага. Он правильно бегу, что. Его нужно остановить, пока он не рушит. Я прошу всего лишь пару монет. Ну и все. Все собрал. Ты вернулся. Впечатляет. Не то чтобы я изменила тебе свое мнение, но слово Аль-Муалима – закон. Вот твое следующее задание. Гарнье скрывается в крепости госпитальеров. Пробраться туда непросто. Потребуется смекалка. Приступай. А ты усатый. Так, следующее у нас. Задание — убийство лучников. Ну, вот здесь вот, недалеко. У него действительно есть повод так себя вести. Убийство, так убийство. Все-таки мы убийцы. Так. Он где-то внизу должен быть. Хорошо. Вот здесь, под лестницей, да? А, вот он. Не бойтесь. Как хорошо, что ты пришел, брат. Мне пригодился бы твой клинок. Тут в последнее время стало слишком много лучников. Они мне мешают. Убей их. Всех до единого, и я смогу помочь тебе в деле с этим безумным доктором. Но помни, тебя не должны заметить. Иначе они поднимут тревогу, и придется скрыться. А затем начинать все сначала. Так. Сколько их? Двое? Давай, давай, давай. Понятненько. Они отступают на юг, умоляя Саладина спасти их. Но он не сделает этого, ибо никому не устоять перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью.
Пройдет немного времени, друзья, и эта земля станет нашей, как и должна быть. Нет, 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 не смотри сюда. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна. Убийца! Немало испытаний, но Бог... Че, все? И ведет к победе. Прошел? А как вы меня там заметили-то? Ай-яй-яй. Ну ладно, лучники-то меня не заметили же. Мы выбили их из акры. Ну что, справился? Прекрасная работа, Альтрейд. Конечно. Теперь, когда лучники убиты, я смогу заняться своим делом. Вот, держи. Это заказ на работы в госпитале Гарнье. Возможно, ты найдешь ему применение. Постараюсь. Следующее у нас что? Кража. Направо. Но мне, кстати, надо сейчас еще и ножи подобрать. Есть у нас есть бандиты у нас здесь внизу? Во имя Господа. Делайте, что можете. Так. Стража есть. Мы отвернулись от Бога. А бандитов пока... Ага. Нас, послав орды воинов-язычников. Ну давай, ползи. Но Бог милосерден. И вот он. Так. С этим справились. 30, 20, поворот. Ух ты, флажок в переулочке. В переулке. Да где ты? О чем он только думает? Давай. Так, это внутри вот этого здания, что ли? Так, надо сваливать отсюда. И искать вход. Я нищенка, господин. Ау! Он только что был. Вот. Мне тебе нужны надо. Деньги. Я бедная, голодная и больная. Давай. Ты что-то хочешь сказать? Господи, помилуй. Какой кошмар. Кто это сделал? Так. Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы. Зачем носить слова и буквы в тубусе? По мне, так это глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. Так. А! Стража! Язычник! Этот человек теперь мой! Теперь ты умрешь! Остановите его! Блин, как ты нарвался-то? Давай, осмотрись. Оставь меня в покое, Христа ради. Вот так. Блин, ты какой-то слишком уж осторожный. На, вот тебе. Пока, придурок. Так, а мне бы выскочить бы еще за пределы. Угу. Вот нифига себе! Что я тебе сделал-то? Чтобы ты меня убил. Он, наверное, пронесся голову. Узнайте, куда он убежал! Я тебя догоню!
Да не надо меня догонять. Мне надо подслушать еще сходить. Все. Вроде ушел от них. Толстопузы. Бегать учитесь. Физкультурой занимайтесь чаще. О, а я почти пришел. А я почти пришел. Давайте подслушаем. Да уйди ты, бедная, голодная, больная. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся, я буду держать рот на замке. Так, подслушать, подслушали, идем дальше. Кто у нас? У нас остается допрос и задание. Давайте задание информатора. Это, если не ошибаюсь, убийство. А нет, убийство у другого там. Ой, как они меня достали, эти попрошайки. Отлично. Что в игре, что в жизни. Вы, говорит, работаете, а мы попросим. И так, идем. Прыжок. Оп. Вот, все сгорело, все в труху. Балки достропило. Вы не понимаете, я не ищу, когда спасибо. Тут, кстати, где-то. Вон он, флаг. Если хотите, можете вон там спуститься, прыгнуть, достать. Альтаир, ну, давай. Он преследует меня. Сначала расправится со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Нет? Похоже, Аль-Муалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? За мной охотится один рыцарь из Ордена Госпитальеров. Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Окей. Так, надо его всего лишь убить. Ну, пойдем. Убьем его. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Да, уйди ты. Так. Он где-то. Я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Ну, ползи за мной. Ты видел такое раньше? Мне не доводилось. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Тихо. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Кто это сделал? Покажись. Да, кто это сделал? А кто это сделал? Умоляю вас, господин, всего пару монет. Да уйди ты от меня. Все кончено. Он мертв. Я так тебе благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере госпитальеров Гарнье де Наплузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить Гарнье в ад. Еще как поможет. Еще как поможет. И у нас остается последний. Это у нас что? Допрос. Идем, допросим. Мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Всем нужны деньги. Иди, поешь и выздоравливай. В этом была необходимость. Вот так вот. И все у тебя будет хорошо. Если ты поешь и выздоровеешь. Если тебе, то просто разбогатей. Хороший человек! Он желает лишь добра! Он не изменит данной им клятве служить и защищать! Скоро, друзья мои, скоро добрый лекарь займется вами! Будьте терпеливы! Не упускайте надежды! Он один, а нуждающихся так много! Он работает, не покладая рук! И это занимает немало времени. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет.
Ну, сейчас я его репу расколочу. Так, подворотни. Шагом марш. Тихо, пока я на тебя не рассердился. Закрытый колодец. Ай-яй-яй, Коко Джамба, ай-яй-яй. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару монет. Я сейчас тебе дам. Пожалуйста, господин, подай. Монет. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Блин, вот эти вот будут помогать ему. Бандиты. Сейчас. Боже правый, да что тебе от меня надо? Да мне ничего от тебя не надо, иди куда шел. Мне что, придется по-любому, да, с ними биться? Хватит за мной ходить. Убирайся прочь сейчас же, если тебе дорога жизнь. И поехали. Так что, ты хочешь драки? Опять драка? А сейчас это... На. Ты умрешь! Я убью тебя с закрытыми глазами. Тихо. Тихо. Да это... подожди ты, мне надо всего лишь вот это отбить-то. Я думал... Давай. Смеюсь, смеюсь. Успел, нет, успел. Не убивай меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Ты служишь Гарнье? Он заставляет меня делать это. Чтобы люди не бунтовали, чтобы верили в него и желали его помощи. Скажи мне все, что ты о нем знаешь. Да, конечно. Я знаю, что там внутри. Что он на самом деле делает? Продолжай. Больными и ранеными они не входят. Они ими становятся в его руках. Только когда начинается боль. Он не врач. Он дикий больной человек. Я не знаю, что он там делает. Но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Ты остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда и атакуй. Благодарю за информацию. Ты отпустишь меня? Если б я мог. Вот и все, вот и поговорили. Сваливаем. Сваливаем. Боже. Что это? Оп. Чё, на голову старушки. Ничего, переживет. Убирайте чер. Что за чер? А ничего, что я всех вас здесь могу завалить? Может, этому безумию есть объяснение? Выбирайте слова. Смотрите, с кем разговариваете. Вот он я. Какой я молодец. Давай. Аль-Таир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнье де Напуза. Гроссмейстера рыцарей госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Конечно, отпускаешь. Кто от тебя идет? Очисти этот город. Больного человека уничтожить. Ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Перемотка на более поздний участок памяти. Все, как он сказал, поплачу в уголке, да? Так, порыдали. Все. Ну, а теперь идем убивать.
Попасть туда мы можем ли через крышу? Не бойтесь. Страх и сомнения. Вот оружие. Стрелков завалим. И слушайте их ложь. Ядовитые слова сходят расстояние. Давай. Если вас искушают, ступайте и помолитесь. Блин, вот чего я не хотел, так это вот. Почему он несется, как угорелый? Потому что я так хочу. Как можно быть таким невнимательным? А вот так вот можно и все. А я думал, может, я не слепой. Ну ты и слепой тоже. Так, мы не сюда. Землю, чертов болван совсем выжил из ума. Так, у нас можно как-то вот сюда попасть. Здесь через крышу вход. Вы не понимаете, я не если я не ошибаюсь, здесь тоже можно. Здесь тоже можно пройти вот, при помощи вот этих монахов. Он только что врезал под кого-то, слепой, что ли? Думаешь, это смешно? Делаешь так еще раз, и смеяться буду я. Давай. Все, пошли. Вы меня проведете. Ну, куда вот вы меня только поведете, давайте. Сейчас нет, видео помогите, красиво помогите будет. Мне. Помогите, пожалуйста, вы должны. Кто тебе поможет? На. На. Такое чувство, как будто у нас в России он. Вот он, больной человек. Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну-ну, все будет хорошо. Нет. Да не видно дай же его. Дай мне твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души. Я видел. Я видел. Но не мою. Нет, мою ты не получишь. Здорово. Возьми себя в руки. Думаешь, мне приятно? Я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами. Все это ложь и обман. Мы знаем. Он будет доволен только, если все склонятся перед ним. Не стоило этого говорить. Верните его в палату. Я приду, как только обойду остальных. Ты не держишь меня здесь. Я снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. Здорово. Вот и поговорили. Жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Какие же солдаты ВСУ были. Так. Ни разу еще, кстати, не сделал так, чтобы без палева его убить. Так понимаю, где-то подождать надо. Он куда-то должен прийти. И там его завалить. Думаю, сегодня полегчало? Чего ты хочешь? Только помочь. Вот так. А уйти без палева вот смогу, нет? Скинь себе бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Ну да. Они вернутся домой. Домой? Но куда? В канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили? Вытащили против их воли. Да.
Но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но пощется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Так. А сейчас вот по педалям надо. Никуда идти под ногами! Ты скоро умрешь! Ладно, ладно. В следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Так тихо ты. Да беги! Конечно, убью. Тихо. Да твою ж. Беги. Опа. Не надо помощи. Я справлюсь сам. Все, они пока там выйдут. Так, а мне-то надо добираться как-то. Так. Ядовитые слова сходят ростками с пушки. Добираемся. Остановите убийцу! Конечно. Остановите его. Я вижу его. Смотрите на меня. Видишь ты меня. Опаньки. Ну давай. Каличи. Ну и черт с тобой, все равно попадешься. Вот и все, вот и поговорили. С крыши только слезьте оба. Так, а я пришел. Хоп. Хей, хоп. Давай. Что нового, Альтаир? На. Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Будет сделано. Спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Прекрасно так. Перемотка на более поздний участок памяти. Сваливаем из города. Цель уничтожена. Ну давай. Ах, меня выдергивают из анимбуса. Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного.
Да, без проблем. Я прилягу, отдохну. Что за черт? Здесь кто-то был. Ну, давай. Похоже на какой-то код доступа. Код доступа. А, кстати, код доступа можно послушать, пойди. Нет? Подслушать не дадут. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующем видео.